адвокатувати радянський режим не можна. І це дійсно це аксіома. Але 17-91 роки це були не тільки репресії на наших громадян, це був не тільки голодомор. Це було вперше в історії, коли ми отримали ці кордони, в яких ми живемо. Це було вперше в історії, коли, на відміну від Австро-Угорщини і Польщі і так далі, не заборонялась українська, коли. Я можу сказати вам наступне. Я навчався в школі в 80-ті роки. Я здавав вступні іспити до інституту українською мовою. Мені ніхто цього не забороняв. Те, що зроблено за роки радянської влади, і та промисловість, і багато чого, що зроблено тим, чим зараз користуються наші олігархи, які Україна стала членом ООН в 46-му году. Україна стала членом ЮНЕСКО в 54-му году. То, что сделали для Украины Владимир Васильевич Щербицкий и Валентина Семеновна Шевченко, дай Бог здоровья, они сделали не меньше, чем многие из тех людей, о которых мы сегодня говорим, как о героях. Кто передал Украине? Я хочу, чтобы мы поняли одно, что нам на сегодняшний день этот закон был совершенно не нужен. Нам нужно людей объединять. Объединять можно только одним, что Украина – это сильное, мощное европейское государство. Украина имеет колоссальные перспективы. Да, в украинской истории были разные периоды. Но мы должны забыть о том, что нас разъединяет, и постараться объединиться. А сейчас мы будем заниматься, вместо того, чтобы заниматься коррупцией в правительстве, вместо того, чтобы мы будем заниматься решением экономических проблем, вместо того, чтобы мы будем решать вопросы с децентрализацией власти, изменением Конституции, мы будем скупстись во всех студиях и рассказывать друг другу, хорошо было тогда в 17-91 или плохо. И это будет все сделано для того, чтобы нас опять закрутить. Не рубить все.